Казахстанцев заманивают в очередную финансовую пирамиду. Об этом заявили представители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. В ходе интернет-мониторинга обнаружили компанию «Фиником». Организация активно рекламировала свою работу, обещая высокий доход за счет инвестиций и фиктивных кэшбэк-карт, а также предлагая якобы выгодное погашение потребительских и ипотечных кредитов. При этом, по информации ведомства, никаких специальных расчетных счетов в банках у «Финико» нет. Деньги принимают на личными, либо через переводы. Отмечу, в соседней России по факту организации финансовой пирамиды «Финико» уже завели уголовное дело. Общий ущерб от деятельности компании превышает 80 миллионов рублей или почти 500 миллиарда тенге.